Акимат Алматы изымает привокзальную территорию автовокзала Сайран. Сейчас участок в частной собственности, но до конца года земля должна перейти государству. На каких правах и что будет на этом месте, узнавал Нургали Карабаев. Вот, собственно, земля 9 соток, которую Акимат собирается изъять у владельца. Помимо земли здесь были и коммерческие объекты, в которых находились кафе, другие торговые точки, но они, как видите, не работают. И здесь уже полным ходом идет демонтаж строений. Участок земли вплотную прилегает к международному автовокзалу. У вокзала и земли два частных владельца. Но в этом году по поручению властей города начали реконструкцию Сайрана. Собственно, для этого Акимат изымает территорию. Хозяину небольшого участка предложили солидную сумму. Изъятие осуществляется исключительно для нужд государства, за счет государства. Сумма компенсации предложена 23,5 миллиона тенге. И если посмотрите, там нет никакого благоустройства, тротуаров, значит, зеленое насаждение там. У владельца земли теперь есть 3 месяца на раздумье. Если его не устроит сумма, то дело отправится в суд. Это уже сама территория автовокзала Сайран. Как вы видите, здесь полным ходом идет реконструкция. Если раньше на этой территории стояли автобусы, то сейчас здесь уже положили плитки. И, скорее всего, после ремонта автобусы будут стоять на другой части вокзала. Жители и гости Алматы говорят, что вокзал давно нуждался в ремонте, но пассажиры просят, чтобы уделили внимание не только фасаду, но и обслуживанию. В целом, конечно, дизайн можно было бы улучшить и в сферу обслуживания. А то заходишь, будто бы какую-то барахолку. Не у кого спросить, какие-то маршруты, нет никаких расписаний. Сейчас мы вышли, нам нужно уехать в пригород. Говорим у работников автостанции, говорит, мы не знаем, мы по автобусе не двигаемся. Впрочем, не секрет, что вокзал давно требовал реконструкции. Зданию уже 35 лет, и оно стало достопримечательностью мегаполиса. В начале года общественный совет даже раскритиковал автовокзал за плохое состояние, нарушение правил пожарной безопасности и антисанитарию. В администрации же Сайрана заверяют, что многие замечания исправили. Ну а после капитального ремонта облик вокзала должен измениться еще больше. Правда, когда завершат реконструкцию, точно сказать не могут. Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.